Больше, чем игра. На стадионе «Металлург» чествовали победители чемпионата, первенства и Кубка города среди мужских команд по футболу. За звание стать лучшим в этом сезоне боролись свыше 160 команд, начиная от юниоров младше 10 лет и заканчивая ветеранами 50+. Учитывая ситуацию, которая с пандемией складывается, мы решили награждение провести на открытом воздухе. С каждым годом у нас все больше и больше заявляется команд в чемпионат города, именно детских команд. Мы это видим по наполняемости команд. Городские соревнования по футболу – это самые многочисленные соревнования. Они представлены всеми возрастами. Мы не сомневаемся, что вот эти вот победители, которых мы сегодня награждали, в конечном итоге пополнят ряды футболистов. Нас наградили за первое место в высшей лиге. Я хочу стать лучшим игроком в мире. Игры стартовали в мае, и весь сезон борьба была жаркой. Юные мальчишки показывали совсем не детский футбол. Мы старались, мы боролись, мы заняли первое место. Я довольно сильно рад, что нас наградили, мы заняли первое место. Все прошло так хорошо. То, что у нас были очень хорошие, достойные противники. Не уступали молодежи и команды молодости. Это не проходит с возрастом. Ты такой же задор, никто не хочет проигрывать, все хотят выигрывать. Аура такая классная на поле стоит, поэтому футбол, он остается футболом. И вот это все, что было в футболе, из души никогда не вытравится. Кроме заветного кубка, победителям и призерам вручили памятные мячи с автографами игроков любимых команд. Гульфия Сафина, Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.